честь празднования Международного женского дня было бы абсолютно логично посвятить очередной выпуск программы «Объектив» представительницам прекрасной половины человечества. В обычной жизни беззаботные девчонки или же наоборот, заботливые жены, любящие мамы, в профессии они зачастую предстают как генералы в юбке. Женщины в мужской профессии. Легко ли представительницам прекрасного пола реализовать себя в исконно мужских областях деятельности? Не все мужчины готовы видеть прекрасных, милых и хрупких девушек в агрессивных видах спорта. Считают, что не женское это, уж больно грубо. А может, просто боятся слишком сильных женщин. Возможно, в мужских доводах и есть доля истины. Но вот только если женщина захочет оставаться прекрасной и желанной, никакой спорт, даже самый грубый, этих качеств у нее не отнимет. Знакомьтесь, Мария Дорогонева. Эта рыжеволосая мадам работает в группе быстрого реагирования Управления судебных приставов. С самого детства уже увлекалась, более такой развитый был, сначала танцы пошли, потом выступления разные, переехала в другой город, захотелось тоже дальше развиваться, но что-то в этом духе работать. Тоже ходила на танцы, сначала и спортивные, и бальные, потом захотелось что-то больше на гимнастику художественную, и так вот просто развитие шлось, хотелось взять что-то новенькое, на спортивную гимнастику ходила, и тем временем хотелось еще более экстремальных каких-то ощущений, и так попала в принципе в боевое искусство. Так, для себя занимаюсь, и вроде идут достижения, выступаю, получаю разряды. Таких особых планов, конечно, грандиозных в профессиональной деятельности, если выступать, нет. Но если будет возможность, почему бы нет, если время позволяет пока что, то можно выступать дальше. Спорт как стиль жизни и совмещение любимого увлечения с работой стало для Маши приятной неожиданностью. Ведь именно в спортзале ей предложили должность в управлении. Занимались в одном зале с человеком. Вот. Потом я искала работу и пошла сюда устраиваться, я его здесь увидела. И он предложил мне пойти в группу быстрого реагирования. Вот нам спортсмены нужны, так как раз вот. Я думаю, почему бы нет, как и попала в спецотдел. Маша легко нашла общий язык со своими коллегами-мужчинами. Ну а те, в свою очередь, понимают, что какой бы бойкой эта девчонка ни была, Мария все-таки женщина. И о ней нужно заботиться и следить, чтобы ее никто не обидел. У нас в основном идет по обеспечению порядка деятельности судов, то есть обеспечение общественной безопасности, заседать, ну, людей в здании суда и даже вне здания. Вот. Ну и также осуществляем привод лиц в суды. Также выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан. Женщина, сидящая за рулем скутера, автомобиля или трамвая, ни у кого не вызовет удивления. А вот женщина-таксист до сих пор почему-то выглядит довольно необычно. Наша героиня Нина Фролова свою работу любит. Уже около 15 лет девушка водит автомобиль. 9 из них она посвятила любимой профессии. Я люблю свою работу. Я ее обожаю. Вот. Плюс ко всему прочему, это сам руль. Я с детства мечтала быть водителем. Существует предвзятое распространенное мнение о том, что женщины на дорогах, мягко говоря, невнимательны. Нина, прокатив нашу съемочную группу, на наш взгляд, полностью порвала общепринятое клише. Пройдемся по стереотипам. Женщина за рулем вообще всегда беда, тем более вы блондинка. Это уже априори говорит о том, что мужчины к вам относятся, мягко говоря, с недоверием. Я больше чем уверена, потому что сама водитель. Угу. Вот, как вот. Все верно. Как вы к этому относитесь вообще? Реагируете? Вы все правильно отметили. Так оно в большинстве случаев и происходит. Но этот стереотип легко разрушается, как только мы начинаем наш путь. Прокатите нас, нет? Обязательно. С ветерком. Работа нелегкая, да что ж там говорить, опасная, с учетом того, что наша героиня на работу предпочитает выходить ближе к вечеру. А когда вам вот интереснее, наверное, работать, я так спрошу? Ночью. Ночью, да, комфортнее? Комфорт заключается в маленьких двух тонкостях. Пробок нет, наверное? Нет пробок. И люди настроены более благожелательно, кто бы как ни говорил. Потому что кто-то едет в гости, кто-то едет просто отдохнуть, развеяться. Кто-то уже отдохнул. Главное, говорит Нина, чтобы работа приносила моральное удовлетворение. Ведь для современной женщины это так важно.
Существует неписанная мудрость, мол, мужчины – лучшие врачи. В отличие от женщин, они имеют аналитический склад ума. А вот прекрасных дам в белых халатах эмоцию могут подвести. Но как бы не так. Следующая наша героиня – врач-хирург с многолетним стажем. После распределения захотел стать хирургом. Вот. Закончила ординатуру по хирургии. Ну, а потом как-то вот получилось так, что стала проктологом. Просто место было, работа отличная. Люди совершенно разные, и молодые, и пожилые. То есть широкий спектр от молодых до пожилых. Вот. Ну, я вообще не чувствую, что у меня работа какая-то другая. Абсолютно такая, как у всех. Мужчины, наоборот, иногда ищут женщину-проктолога, потому что к мужчине не хотят. Мужчины к мужчине не хотят. Русский мужчина правильно воспитан. Сама мирская задача женщины – дарить жизнь. Елена жизни еще и спасает. Контингент хороший, клиент благодарный. А в той направленности, на которой специализируется наша героиня, врачу лучше довериться, уж извините, безоглядно. Я больше проктолог-онколог. И пациенты благодарны все. Всегда говорят спасибо. Ну, то есть отношение пациентов очень хорошее. То есть пациенты у нас, ну, народ к врачам все равно очень хорошо относится, и всегда благодарны, и всегда куча благодарностей и спасибо. То есть пациенты докторов любят. Мы с ними разговариваем так, что у них возникает сомнение, что надо оперироваться, верят. То есть, ну, это уже специфика работы, надо с человеком разговаривать так, чтобы он не было доли сомнения, надо ему это делать или не надо. Мужчинам работать с Еленой нравится. Она человек надежный и работник ответственный. Она у нас одна, поэтому я ее дирижу. Да. Мы на работе проводим больше времени, и у меня тут очень хорошая атмосфера. Я на работу иду прямо вот с удовольствием, даже знаю, что там будет тяжелая операция. Еще одна наша героиня решила построить свою карьеру в управлении госнаркоконтроля. Знакомьтесь, Светлана Матвейчук. Трудится она в экспертно-криминалистическом центре. Согласитесь, форма ей очень к лицу. Папа всю жизнь служил в милиции. И когда я была маленькая, я очень любила мерить фуражку перед зеркалом. И я мечтала, что я там вырасту, буду ходить в форме. Потом я подросла, стала смотреть, естественно, знатоков. Да, следствие ведут знатоки. Я мечтала стать следователем. Потом я передумала. Как-то жизнь завела меня именно в институт медицинский. Мама мечтала, чтобы я была педагогом, детей воспитывала. Я всегда себе чувствовала какую-то такую твердую жилку, что мне этого будет мало. Надо что-то еще, надо куда-то еще стремиться, что-то еще надо делать. Но сложилось так, что я вышла замуж, родила детей. Как-то они маленькие, куда в милицию, не очень все это понятно. И когда дети все-таки хоть как-то подросли, моя мечта сбылась, я, наконец, попала в милицию. Попала в милицию, в железнодорожный райотдел. Я сначала была не экспертом. Я работала в уголовно-исполнительной инспекции с условно осужденными и осужденными к исправработам. А потом стал расширяться отдел экспертно-криминалистический в управлении внутренних дел. И по профилю, по образованию я смогла туда попасть. О работе Светланы готова говорить часами. Криминалистом она мечтала стать еще с юных лет, когда училась в медицинском институте. И несмотря на то, что легкой назвать профессию эксперта-криминалиста никак нельзя, все-таки Светлана воспринимает ее больше как творческую. Очень интересная работа. И вообще, в принципе, моя цель была еще, наверное, со студенческих времен стать экспертом. И мне, в общем-то, очень нравится работа именно экспертизы химической и наркотических средств. Само собой, есть профессии, куда дамам обычно ход закрыт. Но мужчинам лучше не расслабляться. Женщины во многих сферах деятельности вполне способны их потеснить, догнать, а со временем и вовсе оставить позади. Ведь зависит это отнюдь не от половой принадлежности человека, а от его деловых качеств и профессионализма. Наши героини перестали быть исключениями из общепринятых правил. Главное, чтобы работа нравилась, чтобы хватило сил справиться с ней. И, конечно, чтобы костюмчик сидел. И все-таки не стоит милым дамам стремиться попасть на подземную шахту или садиться за руль огромного самосвала. Сила женщины в ее слабости и умении взглянуть на мир с улыбкой и даже в самых сложных ситуациях оставаться собой. Милой и привлекательной, остроумной и деликатной. В конце концов, женщина всегда будет отличаться от мужчины, но это различие вовсе не является ее недостатком. С праздником нас, милые дамы!